направо. Мы очень рады сюда повернуть. Поедем вдоль озера. Домики какие на берегу стоят, да. Коттеджики. Да. Прекрасно. Ручек он ходит. Даже к пароходик, теплоходик. Ну это катерочек. Катерочек. Уже на нас с удивлением многие смотрят. Что здесь, наверное, редко. Выступала нога россиянина. Русская машина точно. Через 250 метров поверните направо. Второй съезд. Это прямо волны, Сереж. А, еще и здесь. Да. Это же другое озеро. Я не знаю, другое. Другое, конечно. Прямо там же. А там мостик. Ну либо. Там а, ну если мост, значит, да. Мостик. Смотри, какой там стоит. Ага. Ну ладно, останавливаться, порт, к сожалению. Порт и лава, порт есть. Порт и лава? Да. Вот порт. Прекрасно. Смотри, еще какой-то типа мостика. Видишь его яхты? Заехать, кстати, смотреть. Ну туда мост нельзя заезжать. Да, не будем, потому что, во-первых, уже да, время нас немного, значит, подкосил. Подкосил нам. Ну ладно, уже 90. Затормозил. Сколько 90? Да. Через прекрасно. 250 метров круговое движение. Второй съезд. Озеро рядом все, вот смотри. Да. Слушай, вот, наверное, это мы, не помню, мы здесь ездили. Наверное, это те места. Круговое движение. Второй съезд. 700 лет и лаве. Продолжайте движение. 36 километров. Да, и лава. Попал. Прекрасно. Еще один. Уникальный какой-то центр. Прекрасно, да.
Да, в Элаве, конечно, было бы можно фотографировать, но времени нет у нас. Хелмно. Фотографии еще больше. Лава, если порт, что значит порт? Я не знаю, ну, порт это как морской вокзал. Я понимаю, но да, порт, куда он? По реке, что ли? А, ну и лавка там, да, и вот эта. Лавка, потом еще Тенвальд. Лазечно. 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 Там лазит. Ну ладно, мы зато заехали в Ольштан, потом приедем, посмотрим. Ну да, интересно. Посмотрим, где мы проехали, откроем этот интернет, посмотрим. Там вот этот костёл нам был такой солидный. Слева.
воды вокруг и засуха, да? Интересно. Не, ну это вода, которая вода такая. Ее же надо тут как-то перегонять, чтобы полить все. Ой, да, какая-то вода. Я там. Сама удивляюсь. Как ты это сообразил? Ты же сообразил такой вопрос. Я не знаю. Я риторически. Даже риторически. В нем даже... Воды это... как полно. Ядрыхова.